Частица креста, на котором по преданию был распят Христос и мощи равноапостольных царей Константина и Елены, у ворот Покровского монастыря встречает несколько сотен прихожан. Всеукраинский крестный ход со святынями благословил предстоятель Украинской Православной Церкви митрополит Владимир. Посвящен он 1700-летию с того дня, как христианство стало разрешенной религией в Византии. Константин Великий подписал в 313 году Миланский эдикт. Это указ, по которому христианство стало разрешено. Люди смогли спокойно исповедовать христианство. Он сделал его, да, разрешенной религией. И преобразившись сам, он преобразил с собой и окружающих, и всю империю. Желающие поклониться святыням выстроились в длинную очередь. Вереница верующих, извиваясь, растянулась по всему периметру храма. Христиане торопятся приложиться к животворящему Христу, а следом молятся мощам. Я Елена сама, крещенная еще ко всему. Я только сейчас об этом узнала, так я вдвойне рада, что я попала. Я так надеюсь, что Бог простит мне все согрешения, вольные и невольные. Изначально эти святыни находились на горе Афон, рассказывает сопровождающий реликвии по стране архимандрит Гавриил. В конце 90-х они приехали в Украину и теперь находятся в Киеве. В ковчежце деревянный крест, в который вставлена частица креста Господня, и металлические руки с мощами царицы Елены и царя Константина. К этим святыням молятся о мире и единстве, о умножении любви, примирении в обществе и семье, вот. Об устранении ереси, расколов и каких-то нестроений. В Харькове реликвии пробудут 2 дня. После утренней литургии в субботу христианские святыни покинут Харьков и отправятся в Сумскую область. Крестный ход по очереди посетит все епархии Украины. Андрей Кравченко, Алексей Калмык, медиагруппа «Объектив».